Здравствуйте. Сегодня мы хотим осветить опять тему, зачем нужна пленка под ламинат. Потому что много мастеров все равно рекомендуют эту пленку не ложить. Потому что там заведется грибок или еще что-то. Мы хотим акцентировать ваше внимание, самое главное, на том, что если этой пленки нету, то гарантия на ламинат полностью сгорает. То есть технолог даже не приезжает на осмотр объекта, если с ним случился гарантийный случай. То есть сдулся ламинат, разошлись замки, начал скрипеть, начал отшелушиваться поверхность или что-то в этом роде. Он первое, что спрашивает, это есть ли пленка 150 микрон под ламинатом. Вы говорите нету, он говорит все, до свидания. И будет иметь полное юридическое право это сделать. Второе и самое главное, что когда пленка лежит под подложкой и на подложке лежит ламинат, то любые протекания в бетон сырости не будут влиять на ламинат в местах, там где он абсолютно незащищенный. То есть вот эти стыки с противоположной стороны ламината, у них нету никакой защиты. И тогда сразу попадает вода и будет там взаимодействовать на эти замки очень-очень долго. Поэтому они и вздуваются. То есть, если вы видели вздутые замки ламината, это в первую очередь потому, что вода попала под ламинат, а не наверх, и тут они вздулись. Тут замки ламината, они защищенные, они покрыты акриловым лаком, там очень подгонка двух замков очень хорошая. Поэтому там замки очень редко вздуваются. Но когда под ламинатом, они вздуваются очень быстро. Поэтому используйте пленку под ламинат. Ее нужно использовать определенного типа. Это специальные мембраны. Отличие от технической пленки в том, что, во-первых, мембраны не воняют, во-вторых, они имеют перфорацию, в-третьих, они не создают статических реакций при взаимодействии с подложками. То есть не электризуют ламинат. Поэтому это и отличает техническую пленку, которая воняет сильно от специализированной мембраны, которая ложится внахлёст 10 сантиметров. Поэтому используйте пленку. Гарантии не будет, если нет пленки. Пленка защищает именно от воздействия влаги на ламинат в незащищенных местах, то есть с противоположной стороны.